завтра на нашем канале. В 8 утра командует старшина Семибаб. Михаил Жаров и Людмила Целиковская в музыкальной комедии «Беспокойное хозяйство». В 9:30 продолжение мультсериала «Возвращение на планету обезьян». В 10 часов сегодня утром. В 10:10 криминальные итоги недели в программе «Чистосердечное признание». В 10:30 к новым высотам взаимопонимания телеигра «Пойми меня». В 11 часов продолжается приключение прекрасной Зены, королевы воинов. В 11:45 от винта виртуальные путешествия, компьютерные развлечения. В полдень парад Оле, самые лучшие цирки мира. В 12:25 угадайки и обгонялки в телеигре «Устами младенца». Первая красавица эпохи, последняя любовь Высоцкого. В 12:55 великолепная Марина Влади в детективной драме «Благие намерения». В 15 часов «Русский век». В 15:30 о том, что случилось не с вами. Фильм «Волки по партии» в документальном сериале «Криминальная Россия. Современные хроники». В 16 часов сегодня днем. В 16:15 для ловких и отважных телеигра «Ключи от форта Бояр». В 18 часов Евгений Киселев подводит предварительные итоги недели. Итоги предисловия. В 18:15 премьера на НТВ. Александр Абдулов и Александр Збруев в боевике «Шизофрения». В 21 час аналитическая программа «Итоги» с Евгением Киселевым. Он бог огня, она богиня мести, подрывник и его подруга Сильвестр Сталлоне в супербоевике «Специалист» в 22 часа. В 00:05 итоги, ночной разговор, беседа с ночным гостем в прямом эфире. И в 00:35 итоги спорта.